Проведя почти две недели без пищи, ребята все хуже справляются со своими обязанностями. Кажется, мне скоро нужно будет сходить в туалет. Выбор у нас такой: земля или море. В данном случае я выбираю море. Куда ты собрался? Хочу понять, куда дует ветер. Кайл собирается сходить по-большому в море. Боже мой. Выбрал самое красивое место. Присоединишься? Дома я это делаю раза 4-5 в день. В день? Да, мой организм отлично работает. Сегодня я сделал это в половине 6 утра, и на меня снизошло просветление. Теперь я часть команды покакавших. У 28-летнего врача Пирса дела обстоят гораздо хуже. Ты уже? В смысле, ходил в туалет? Вот именно. Получилось? Пока нет. Ух ты, 15 дней не ходил в туалет? Подожди еще.